За 44 дня с 27 сентября по 10 ноября доблестная азербайджанская армия освободила захваченные Арменией земли 20% территории страны. Год назад, в этот день, 7 ноября 2020 года, были освобождены 16 сел Физулинского, Джабраильского, Губадлинского, Зангиланского, Ходжалинского и Ходжавенского районов. Азербайджанская армия уничтожила военную технику и живую силу противника. Враг понес потери в Агдамском направлении фронта. В то же время Армения продолжила осуществлять провокации. Армянские вооруженные силы подвергли артиллерийскому обстрелу Тертер и Акжаведи. Также были обстреляны села Агдамского района.